Всем привет! Сегодня 30 ноября, открытие выставки, которую для нас организовала Ольга, магазин «Радуга вышивки». Выставка называется «Новогоднее настроение». Здесь представлены работы наших оренбургских вышивальщиц на зимнюю и новогоднюю тематику. Надеюсь, вам будет интересно. Подробное видео будет на канале Татьяны. Это наш оренбургский блогер. Канал называется «Татьяна. Вышивка от души». Ссылочку я вам оставлю под видео. Мы благодарим библиотеку, информационно-досуговый центр, который находится на Дружбе 13, и приглашаем всех желающих посетить выставку вышитых работ до 13 января 2020 года. Все новогодние праздники, кроме понедельника, и телефон, в принципе, я думаю, у Инессы, может быть, в инфобоксе вы найдете по часам работы именно в новогодние праздники, чтобы вы могли уточнить, бесплатный вход. А понедельник – это официальный выходной здесь. То есть суббота-воскресенье, вот до Нового года, вы можете прийти сами с детьми посмотреть работы. Спасибо. Девочки, вот я принесла мешочек. Я успела до утра довышивать. И посмотрите шкатулочку, какую сделала Саша. Все спрашивали, хотели посмотреть, как Саша оформила шкатулку. Я ее сама сейчас вижу впервые. Посмотрите, какая красотища. Это натуральное дерево, и здесь идет дорисовка. Видите, дорисовка. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Девочки, рукодельницы уже разошлись, и хочу вам рассказать свои впечатления. Сегодня я не снимала рукодельную тусовку, у меня есть предыдущий ролик, очень длинный, там знакомство с девочками. Мне сегодня хотелось с ними пообщаться без камеры, но работы я вам покажу, абсолютно все работы я поснимала. И хочу вам подробные впечатления сказать, что конкретно мне понравилось больше всего, что меня впечатлило. Вот этот вот сапожок, этот сапожок от фирмы Панна, вышивается на равномерке, на линде. Это набор, девочки. Вот этот сапожок, носок, вернее, я уже видела. Его приносила ко мне Аня.
наша оренбургская рукодельница. Мы с ней познакомились давным-давно. И что она мне принесла показать, это как раз был вот этот вот носок. Вы уже у меня видели его на канале. Это было давно, 2 или 3 года назад. Но, вы знаете, такая шикарная проработка. Очень нравится мне этот носок. Это не новинка, это старый набор. Вышивается, по-моему, на равномерке гамма, но, девчонки, очень эффектно смотрится, очень эффектно. Обратная сторона, конечно же, не входит в набор. Про бисеринки уже сейчас точно не скажу, по-моему, входят бисеринки, но вы знаете, вот очень понравился этот носочек, он смотрится эффектно. А вышивается, смотрите, сколько мало здесь ниток, цветов мало. Вот, это, конечно же, очень впечатляет. На самом деле, работ очень много, и все работы классные, но вот в необычной технике выполнена вот эта елочка. Посмотрите, какая елочка. Представляете? Она настоящая. Настоящая елочка. Девочки, это вышивка гладью, но такое впечатление, что она живая. Это просто шедеврально. Девочки, по авторам схем, откуда они, я сейчас вам ничего сказать не могу, потому что было очень много народу, и шумно было взять интервью у девочки, подробно спросить, а возможности не было. Сейчас уже все ушли, поэтому вот... Работы вам показать могу, но кто автор схем и где и когда вышивалась, я уже вам не могу сказать. Ну, даже бы если я спросила у девочек, все равно здесь плохо слышно было бы. Вот эта работа очень мне понравилась. Это вроде как барвистая вышиванка, полная зашивка бисером. Девчонки, впечатляет. Это действительно впечатляет. Хотя вот так при близком рассмотрении, да, вроде кажется, что большое смешение цветов, бисеринки часто меняются. Ну, в принципе, во многих бисерных схемах такое существует. Но эти работы нужно смотреть издалека. Посмотрите, какая шикарная работа. Просто обалденная работа, когда смотришь на нее вот так вот на расстоянии. Многие из этих работ мы уже с вами видели, я их показывала в разных роликах, девочки навстречу приносили. Вот эта работа привлекла сегодня внимание абсолютно всех вышивальщиц. А девочки, это овен, работа небольшая, наборчик недорогой, но насколько он эффектный, девочки. 3D вот этот эффект. Многие даже не верили, что это вышито, хотели посмотреть поближе. Вот такой вот вроде простенький сюжет и незамысловатый рисунок, несложная схема, но просто обалденный результат, девочки. Вот я в восторге, без сомнения эту работу буду вышивать. Вот тут девчонки все говорят, хочу вышивать. Говорят, она недорогая вышивать. И девчонки, сегодня у меня в любимчиках вот эта картина, это Риолис. Вышивается нитками Анкор на канве с люрексом. Я еще ни разу не вышивала на канве с люрексом. Она у меня рябит в глазах. Не знаю, смогу ли я вышивать на такой канве. Но, девочки, я влюбилась в эту работу. С какой стороны бы я ее ни снимала, такое ощущение, что она светится, как будто подсвечивается. В общем, это просто невероятный эффект. И издалека, и вблизи, когда мы разглядываем эту работу, это шедевр, девочки. Это просто обалденный результат. Зима всегда выигрышна. Выигрышна, но не все, все-таки, мне кажется, не все разработки зимние, но все равно удачные. Но это очень удачная разработка. И как поблескивает вот здесь канва. Канва, наверное, не входит. Канва входит в набор. Да, там все входит в набор полностью, и нитки, и канва. Вот. А вот, кстати, по поводу вот этих бисеринок. Интересно, они есть в наборе или это уже после добавлено? Ну, у нас девчонки на YouTube наверняка кто-нибудь вышивал эту работу и напишет, есть ли в комплекте бисеринки или это уже позже добавлены они были. Смотрите, вот здесь у оленя
на рогах бисеринки. Я, кстати, люблю в работы добавлять бисер, даже если схемы не предусмотрено. Ну, очень красиво. Девчонки, я точно такую хочу. Обалденная работа. Вообще все работы шикарные, никого обижать не хочется, девчонок. Просто многие из них я уже видела и на канале показывала, поэтому сейчас заостряю ваше внимание на том, что мы с вами не видели. И вот еще посмотрите, какой интересный и шикарный олень. Никогда бы не подумала, что этот олень так эффектно смотрится вживую. Посмотрите, какие нитки, это шерсть. Посмотрите, как эффектно. Вот такая красота. Девочки, смотрите, еще какие интересные снеговички. Это набор с AliExpress, на крупный конвей вышивается, 11-го каунта. Но эти снеговички, знаете, кого мне напоминают? У меня есть наборчик, и там вот такой снеговичок, похожий, он у меня уже готовый, нужно только оформить. Вот. Отдельно, да, на пластиковый конвей снеговичок. У меня такое ощущение, что собрали снеговичков от Classic Design и вот так их в ряд выстроили. Но, вы знаете, очень эффектно, очень красиво. И несмотря на то, что 11-я канва, совершенно не смотрится самая грубо. Самая длинная работа здесь. Да, самая длинная работа. 11 метров, что ли? Да. Вот сюда бы хорошо канву, хороший. Отсвечивает, с какой стороны не снимаю. Некоторые работы сфотографировать и снять очень сложно. Попробуйте. Так, вот так. Эту снегурочку вышивала Оля. Вот сейчас Оля как раз нам про нее и расскажет. Потому что все ушли, Оля здесь. Схема Натальи Ореховой, Дед Мороз вот и Снегурочка. Когда-то был у меня совместник в Одноклассниках. Один год мы Деда Мороза вышивали, на следующий год Снегурочку. Попробую как-то вот так. Вот. Вот, видишь, не буду. Спорту хорошо сделал. Да. Оформление Саши, багетки двое. Угу. Девчонки, про багетную мастерскую. У меня есть уже два ролика. Ссылочки я оставляла на Александру. Она оформляет работу нам. Так, Оля сама у нас сегодня ходячий экспонат. Вот вам, пожалуйста. Все, кто не видел уже, наверное, почти зимняя тематика. Видели. Оль, надо было вот здесь вот добавить сейчас металликом немножко снежок. Угу. Или, знаешь, так блесточками посыпать. Да, да, да. И ну, поставить я тебя прям как экспонат с новогодней тематикой. Я могу тематикой. Вот так добавить. Снега, точно. Оля, расскажи нам, пожалуйста, что ты дополнила в этой работе, что добавила? У меня не было на тот момент, ну, не то, что не было. Во-первых, так как она в пару к Деду Морозу вышивалась, Дед Мороз уже год как был, висел дома, а Снегурочка на следующий год нам Наташа эту схему делала. И я уже не могла брать Британи, потому что там на Мурана вышито. Я побоялась, что сюжет слишком, ну, большой будет, а Мурана с Люриксом белым нет. Поэтому я добавила вот в снежные деревья крейник. Понятно. Перламутровый. Вот, и она у меня стоит на снежочке таком блестящем. Девочки, спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. С вами была Инесса. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.